Ух, вроде бы это здесь заброшенный этаж. О, привет, друзья, меня зовут Лавинья, а меня зовут Шизик. И сегодня мы в Токобоко в больнице на заброшенном этаже. Мы слышали, что тут есть какие-то кнопочки, чтобы открыть секретную лабораторию. Поэтому побежали, посмотрим на эти кнопочки. Ух ты, тут камеры, но они, наверное, не работающие. Заброшенный этаж как-никак. Идем сюда, всякая машинка. Ух ты, интересные семечки, можно покушать. Мне не кушается, а жаль, ну ладно. Дальше, так, закроем, пожалуй, в эту машину. Ух ты, смотри, там виднеется красная кнопка. Нажимаем, отлично, мы на нее нажали. Ух, круто, прикольно, мне нравится дальше. Ух ты, тут еще одна кнопочка, да уж. Все-таки больница интересное место. Интересно, где еще кнопочки? Посмотрим внимательно. Тут у одежды есть, но нигде нету. Понятненько, идем дальше сюда. Тут тоже нигде нету. Ух ты, тут всякие шкафчики, может в них, давай осмотрим. Да, давай, все шкафчики осмотрим. Так, вот шкафчик, нет, тут нету. Тут тоже нету, а тут, о, тут, ух ты. Тут есть какая-то кнопочка, круто, поставим одежду на место. А тут тоже ничего нет. Ну ладно, побежали дальше. Мы только что нашли новую кнопочку. Отлично, нажимаем. Дальше, что дальше? Смотрим, где еще кнопочка. Ух ты, какой красивый цветок. О, новая кнопочка. Смотри, какой-то рычаг. Нажимаем. Ух ты, круто. Ты посмотри, что тут. Вау. Побежали сюда. Ой, а тут жутковато. Ты посмотри, там какой-то крокодил-ленивец. Ха, давай прокатимся на нем. Уи, круто. Шизик, давай с нами. Да уж, прикольно. Ладно, плыви, ленивец, плыви. Ух ты, что тут там наверху? Голубой кристалл, красиво. Дальше смотрим, что у нас тут. Ух ты, паук, дальше консервная банка и фонарик. Побежали дальше, смотрим, а тут у нас что? У нас тут какой-то еще камень, косточка и шляпа. О, прикольная шляпка, поставим на место. А это что тут у нас? Огонек, вообще красиво. Ладно, зажжем заново. Побежали дальше. Так, ух ты, что это? Надо, наверное, нажать. Отлично, лазеры пропали. Как тут прикольно, вот эта лаборатория, мне тут нравится. Вау, какая штука прикольная. Интересная лаборатория, интересно, идем дальше. Ух ты, Крампит ученый, прикольно, привет, привет. Это что за штучки? Вау, прикольно, ух ты, пух ты. Так, дальше, а что если это солить с этим? Давайте возьмем, сделаем какие-то эксперименты. Так, смотрим дальше, перейдем сюда, что ли. А нет, давайте перейдем сюда. Да, уже вообще прикольные эксперименты у нас получились. Мне нравится. Ух ты, тут спальня этого самого ученого Крампита. Круто. Ну ладно, спи, спи. Мы пойдем дальше. А тут пончики. Давай покушаем. Так, прикольно. Вот пончик, вот еще пончик. Ну ладно, давай поставим все-таки на место. И смотрим дальше. Ух ты, тут какой-то огурец. Ай, куда меня? О, прикольно. Огуречек, огуречек. Крутяк, прикольно. Что вы тут делаете? А ну, живо ушли из моей лаборатории. Ой, ой, уходим, уходим. Уходите быстрее. А-а-а, валим. Ух, вроде бы оторвались. А теперь уходим отсюда. Какое-то странное место. Но сейчас за подарочком на почте. Погнали. Ух, ну все, мы здесь. Так, получаем подарочек. Отлично. Еще один подарочек. Круто. Ага, вот первый подарочек. Поставим вот сюда. Отлично. Вот еще один подарочек. Ставим вот тоже сюда. Теперь еще подарок. Так, так, так. Смотрим, где он у нас. Вот он, круто. Аж целых три подарочка. Давайте откроем первый. Ух ты, прикольно, крутяк. Мне нравятся вот эти подарочки. Поставим это сюда. Это сюда. Какой костюмчик. На меня посмотри, какая у меня масочка. А я кукуруза, ха, прикольно. А это что? Это одежда унитаз. Это, уфу, ребята, что это такое? Ладно, все, переодеваемся обратно, ребята. Шутки шутками. Но нормально одеваться надо. Так, ставим это все сюда. Вообще, подарки лайкос. Ну, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайкос под видос. Обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Ну, ребята, всем пока-пока. До новых встреч, друзья. Уи! В общем, вот такой вот пакет CD Battle. Пролайкайте это видео, если хотите такую мини-игру.